Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы вместе с вами продолжаем проходить игру Зив. Находимся мы в домике, куда я заглянул для того, чтобы немножко передохнуть, ибо у Гаррета на этот день намечено очень много работы. В частности, мы должны с вами освободить... или даже точнее найти, а потом освободить некого парня Джейкоба по наводке Ориона, ибо он, возможно, знает, как попасть в бастион, где держат босса. Сам же босса попал в просак после того, как начал поддерживать этого Ориона, а также работать с нашим главным героем. Не сумев поймать нас, овец воров, вышел на босса и теперь, можно так сказать, пытается выманить нас на живца. И у него это прекрасно получается, ибо я собираюсь именно отправиться спасать босса в конце-то концов. Ибо босса друг Гаррета. Я украл старую книгу из Дома Цветов для человека по имени Орион. Его еще называют Глаз Народа. Он считает, что может спасти город. Я не уверен, что этот город стоит спасать, но люди тянутся к Ориону, даже босса, и число его последователей озаренных растет. Особого выбора нет. Кругом барон, голод и эпидемия мрака. Сурово. Это похоже на горизонте у нас крепость, бастион, да? Внушает положение, скажу вам честно. В Грейстоуне много паникеров. Джейкоб уже ничего не расскажет. Но я недалеко от особняка Иствика, архитектора барона. Если кто-то знает, как попасть в крепость, то это тот, кто ее построил. Такс, похоже, наши планы изменились. По крайней мере, Гаррет решил, что Джейкоба можно сбросить со счетов. Что за глупая женщина? Тебе это кольцо нужно или твоя жизнь вместе с твоим мужем? Похоже, у нее в голове пустота. А тут какая-то чокнутая. Судя по всему, реально случилось восстание. И ничего не остается, кроме как бежать знати, которая довела до этого народ. Басса, я очень надеюсь, что крепость действительно нерушима. Боги. Что за ересь там? Нет, это место действительно прогнило, ребята. Надо поскорее линять отсюда. Как можно быстрее, как можно дальше. Ну их. Городской дом Иствика. Как всегда, монументально. И кажется, этой ночью я не единственный посетитель. Это не дом, это целый дворец. Как бы он ни дал дёра ночью. Его нельзя. Разве Иствик не личный архитектор барона? Да. И он не уйдет отсюда без эскорта, представленного барона. Такс. Я надеюсь, что крепость горит не потому, что он проболтался. Вот там он. Стеклянная беседка интересная. И тут тоже. Давайте-ка посмотрим, успею ли я скрыть этот замок. Раз, два, три, четыре, пять.
6, 7, 8, 9, 9 секунд. Ну, считай 10. Ну, тухни, тухни. Оп. Ой-ё, пёрный театр. Я же не думал, что правда придется. Резко, резко. Быстро сюда. Ох, твою налево. Пожалуйста, не заглядывай сюда. Где ты? Вроде тихо. Тут никого нет. Если это был архитектор, ты ответишь перед бароном. Я даже задержал дыхание, ребята. Фух. Здесь что-то не так. Ну-ка, повернись отсюда. Так. Не знаю, что я сейчас делаю, но в принципе просто остановил па. Замерзаю. Так. Так. Вверх открыты, в принципе. Погода меняется. Хотя мне это ничем не поможет. На стол я забраться не могу. С разбега. Тут тоже ничего не сделаешь. Тут что-то опа. Не так. Чудесно. Секреты нельзя хранить в домиках из стекла. Это что, местная сигнализация? Ему есть что скрывать. Капец. В иных обстоятельствах я бы с радостью тут задержался. Да. Надо быть поосторожней. Я так смотрю. Местная. Капец. Опасная. Оп, и тут кто-то есть. Эй! Так, там. Я буду... Он не утащил бутылку? Ну-ка, давайте попробуем. Вот бы мне горячего кофе. Мы поймаем всех воров в городе и повесим в рядок. Классно. Я прям полностью за вас. Вперед, идите ловите где-нибудь трупом, пожалуйста, вместе. Баланда или голодать? Тяжелый выбор. Тихо. Скорее бы все это закончилось. Может, спустишься вниз? Поздно уже. Ну-ка иди-ка вниз, мерзкий повар. Все на нервах. Так. Прости. Я понимаю, ты тут ни при чем, но... Таковы уж суровые реалии.
Эх, продавали бы тут баланду. Так, двое. Ой, так, не все так уж и просто и хорошо. Куда-нибудь пойдешь? Хотя вряд ли он куда-нибудь пойдет. Проверим давайте еще этот тайный вход. Так. Вот он. Может, куда-нибудь чего увидит? А нет. Смотрите, не все так просто. Сейчас придет. Я это знаю. Молодец. Замерзаю. Ты шо ж так пугаешь? Чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Я думал, он заметил меня. Речную вонь даже тут чую. Чё? Это ты там дверь открыл? Нет. Лучше не трать время стражи впустую! Давайте его спрячем куда-нибудь подальше. Это пока как-то все сурово у нас выходит. Так, ну-ка закрой дверь. Неудобно, кстати, расположен выключатель. Но зато сразу видно. Архитектор из него хоть и крутой, но электрик никакой. Новый документ. Письмо Маделин. Теодор, твои фокусы с исчезновением в библиотеке развлекают прислугу, но я от них устала. Ты в жизни не прочитал ни одной настоящей книги, и даже к фальшивкам на своей личной полке не прикасаешься. Уж если ты меня избегаешь, хотя бы делай это тактично, М. Да. Такс. Хорошо, путь на библиотеку у нас взят. Правда, все не так легко и просто. Так, стоп. Я тебя скоро найду! А? Так, все, вверх поднялись. Можно так сказать, к успеху пришли. Какой он... Кто бы тут ни был, мне его не найти. Иди сюда, я тебя оглушу, и мне будет спокойнее здесь ползать. О, парень. Надеюсь, он не ушел. Оп. Все, да, пусть валяется здесь. По крайней мере, вроде тут двое всего их было. Давайте тут осмотримся.
Так. Все равно дергать судьбу за одно место мы не будем, так что давайте потише все-таки себя вести. Везде все загасим. Там тоже хорошо бы. Включитель бы найти. Мрак. Ой. Тихо, 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 тихо. Дамочки, только не смотрите, пожалуйста, в моем направлении. Я стесняшка. Так. Так, 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 так. Нельзя ошибиться, потому что услышат сразу. Поднимут тревогу. Я, конечно, понимаю, что никто не придет. Скорее всего. Если с улицы только не прибегут. Но сам факт того, что мне придется бить женщин, чтобы их оглушить, мне претит. Так и было. Город. Все понял. До свидания. Мы закроем за собой двери, будем джентльменами и давайте сюда пойдем. Продавали бы тут баланду. Прям над нами кто-то. Теодор Иствик, служитель льва! По приказу самого барона Элиаса Нордкреста вы должны сдаться баронской страже! Нет смысла торчать тут с незваными гостями. Надо действовать силикатнее. Да ладно. Пусть не мешает барону, чтобы он не нервничал и все такое. Кричит, мешает людям, понимаешь? Не думал, что Иствик предаст нас. Нам библиотеку бы найти. В этом огроменном доме. Ты говоришь, что где-то здесь есть тайный ход? Я говорю, что часто видела, как хозяин входил здесь, а внутри потом его не было. И ты не пыталась ничего узнать? Конечно, нет. Я знаю свое место. Ай, мать, ты вся такая благородная. Да не из благородных. Вы закончили? Мне еще надо собирать вещи. Ладно, ладно, иди уже. Я сам все проверю. Так, дамочка, давайте. Тайный ход. Вы уйдете отсюда. Это то, что надо. Этот твой мастер Иствик явно что-то скрывает. Заперся в своей комнате и не вылезай. Не понимаю, о чем он думает, перечить стражи в такое время. Чертовы зубы Рорка. Казалось бы, это должно быть за книжным шкафом, но я ничего не вижу. Осторожнее с этими книгами. Они старше тебя и стоят дороже. Может, под полом? Эй, их можно поднять? Простите, офицер, вы путаете меня с чистильщиком ковров. Слушай, ты, может, уйдешь отсюда? Когда я служил у лорда Ван Вернона, у него всюду были глазки. Грязный старик. Эх, продавали бы тут баланду.
Твой хозяин хорошо постарался, чтобы спрятать свою конуру. Так, ладно, сейчас, когда он подойдет к камину, оглушу его, а девушка пусть убегает. Отдохнуть бы. Ладно, они скоро взломают ту дверь. Вот он не уходит и все, ну. Да. Отсюда взрывы кажутся хуже, чем на самом деле. Эй, я кого-то видела. Чё? Я кого-то видела! Да что ж ты не оглушаешь? Че? Да. Господи. Вот это затуп так затуп. Хочешь с бутылкой? Он не хочет. Девочка, ты меня сдала сейчас? Все мое твое, только не убивай. Иди в баню. В темноте кто-то прячется. Делай, что хочешь, кричи. Зови на помощь, пусть стражники прибегут. Но я тебя трогать не буду, так и быть. Что с нее взять-то? Главное, мы с вами выбрались. Текс. Наверх? Да. Внизу, возможно, есть что-то ценное, но я туда совсем не хочу. Уже утомляет этот особняк. Именно тем, что... Неправильно как-то все. Это неправильно все. Что он там делает наверху? Любуется на то, как рушатся его монументы? Увы, не могу оставить его наедине с мыслями. Мне нужны чертежи. Как там ломится. Опа-на. Это объясняет его нежелание сотрудничать. Сначала Корнелиус, теперь Иствик. Кажется, быть помощником барона вредно для здоровья. Так или иначе, документ. Он был обречен. Давайте быстрее работать. Теодор Иствик! Служитель его! По приказу самого барона Элиаса Нордкреста вы должны сдаться баронской страже! Так. Где же второй рычаг, а? Мастер Иствик, приходите! Это что, весь город? Ты был самым большим поклонником своего таланта, да? Как он повесился так, я вот не пойму. Ты это слышал? Веревку натянул, а потом отсюда прыгнул туда, что ли? Жди здесь! Кажется, щитовик идет сюда. Надо быстрее, 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 быстрее. Ребята, ребята, спокойно. Крепость. Самая интересная часть этой дорогой игрушки. Придется поиграть. Надо, чтобы модель стояла так же, как само здание. Пока оно не рухнуло. Да. Мастер Иствик! Откройте дверь! Нет? Что-то я не пойму. Так, вот тут вот так должно быть. Он там в крысу Салли Джексом с собой играет. Тут у нас вот такое. О!
Гаррет, быстрее. Если щитовик не выровняет дверь, мы тут всю ночь. Опа-на. Стой, не двигайся! Архитектор, убит! Попался, чернорукий! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, здрасте. Я знаю, вы меня не ждали. Вечер. Ё-моё, ё-моё. Руки в ноги, ноги в руки и бежим. Гаррет, давай. Ух! Жесть. Это было душе раздирающее. Это отверстие в основании крепости. Это пароотвод или вытяжной канал. Идти через него самоубийство. Значит, у меня будет преимущество внезапности. А это что? Должно быть сейф барона. Говорят, он больше дома и набит драгоценностями. Да. Это понимаю, нам теперь просто... А, тихо. Предлагают отсюда свалить. Так, сейчас я немножко отойду от этой беготни. Классненько мы с вами поработали. Практически чисто, если не считать пары косяков. Я считаю, мы хорошо с вами смогли все сделать. Теперь можно передохнуть. Если что, даже отправиться в Стоунмаркет и немножко прибарахлиться вещами. Хотя босс это ждет. И не скажу, что ему прям там хорошо, судя по тому, что происходит в городе. Вообще, думаю, вся власть этого барона буквально по швам трещит и висит на волоске. И чего босс и Эрион там что-то пытаются сделать? Разве что смогут остановить чуму? И то не факт. Ох. Нежданчик. Так, ты живой там? Ладно, друг. Я вам явно не помощник, так что уж извиняйте. Жесть. Блин, а чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Ой-ой-ой, рванет так рванет. Мне что, предлагает прыгнуть вниз? Ладненько. Ой-ой-ой. Беги. Давай, гад. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Живой, хорошо. Не будь это моя идея. Я бы сказал, слишком рискованно. Ты плохо на меня влияешь, Басса. Великолепно.
Так, ну-ка. Ой-о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 й. Ой. Капец. Да вы издеваетесь. Озаренная сотрясла крепость до основания. И все же, вход есть вход. Осталось найти, где они сходи, держат вас. Капец. Так, ребята, все очень плохо. Все капец как плохо. Так. Давайте пока. Валим. Валим отсюда. Ой-ой-ой. Сейчас задохнемся к ядрению фени. Просто... умрем. За что, ни про что. Секшн попер из всех щелей. Мило. У нас между делом есть с вами пару документов, которых я так и не прочел. Так, взор головы, стон маркин. Глава 4, по-моему, да? Миниатюрная крепость, точная копия оригинала, как и заказывали. Она повторяет оригинальное строение мельчайших деталей до последнего окна. Конечно, она не передает великолепие, воплощенное в монументе барона, но своим целям служит. Шифр барона, план крепости. И все пока, да? Ничего больше у нас интересного тут нет. Сейчас немножко здесь осмотримся и давайте... Ну, что тут у нас? Закончим серию на этом. Это я возьму. Уж больно все закрутилось резво. Я возьму маленький перерыв, тем более, что уже пора заканчивать серию. Благодарю вас всех за просмотр. В это место, ведущее, непонятно куда, мы отправимся в следующий раз. Тут жуть, видите, сколько крови. Надеюсь, босс все еще жив, и мы не зря сюда идем. До скорых встреч, всем вам удачи!